Привет! Сейчас я вам расскажу историю про кошелек и целую кучу игрушек. Дело было так. Эй, ты куда побежал? Иди сюда! Ты чего от меня убегаешь? Пап, ну тут столько игрушек, у меня глаза разбегаются. Ладно, иди посмотри что-нибудь, но только много ничего не бери, понял? Пап, можно? Нет, много не бери, одну, ладно? Ну ладно. Все, на кассе встретимся, давай. А, пап, о, кошелек. Так, посмотрим. Кредитки, еще кредитки. Так это значит, что я могу себе купить не одну игрушку, а все, что захочу. Для начала возьмем машинок Вилли. Ты, Hot Wheels. Так, такая у меня есть. Такая есть. А возьму-ка я сразу коробку. McLaren P1. Берем. Возьмем еще масштабных. Вдруг для тюнинга пригодятся. Возьму парочку. Вдруг Глеб приедет, подарю. Черепашки не надо. О, Нёрф! Давно себе хотел такой лук. Класс. То, что нужно. Так, Лего есть, Нёрф есть, Бен Тен есть, машинки есть. Ну, в принципе, мне этого хватит. Так, это потащить все. Интересно, а папа нашел то, что хотел купить для машины? Thank you.
Все, что я хотел купить, взял. Теперь можно просто погулять. О, робот. Наверное, нет. Классная штука. А тут кое-что для Хэллоуина. Крутые маски. Кем бы мне нарядиться на Хэллоуин? Может, Джейсоном? Значит, коня. А может быть, мартышкой? Нет, я буду зомби. Ну что, пора идти на кассу. Там, наверное, меня уже папа ждет. Как же круто, что я нашел кошелек. Купил все, что хотел, и не потратил ни капельки папиных денег. Вот он удивится. Ты где все это взял? Обалдеть! Тут столько игрушек! Ты на какие деньги все это купил? Не волнуйся, я нашел кошелек, там было куча карточек. А на карточках куча денег. Я не потратил ни копейки наших денег. Дим, только много не бери еще раз, я говорю, понял? Понял. А то у меня денег немного, смотри. Так это был мой кошелек. Ой. Вот такая история с нами приключилась в магазине игрушек. А что купили бы вы? Напишите нам в комментариях. И помните, если вы нашли чужой кошелек, то его обязательно нужно вернуть хозяину.